Привет, друзья! Если бы не конкуренция была трендом востребованности и востребованности внимания на первичности материальных ценностей, а наоборот другая востребованность раскрытия, например, творческих способностей каждого человека, через призму общечеловеческих ценностей, через любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, так другая была бы совершенно жизнь. А что этому мешает? А вот вы напишите мне, я, например, думаю, вот не доспал я сегодня, мне позвонил больной или больная, и начинает друг задавать мне вопросы, которые я совсем не ждал. И у меня началось раздражение, потому что энергии в клеточках мозга не хватило на то, чтобы понять ситуацию и помочь человеку. Потому что мы все находимся в разных своих доминантах, в разных своих состояниях. Поэтому надо лучше высыпаться, больше отдыхать и заниматься любимым делом. И это называется найти место свое под солнцем. Потому что потом я позвонил этому человеку, извинился и сказал такие теплые слова, которые шли от души. И ему сразу стало лучше. Теперь мне написал такие комменты. Да, друзья, пишите песни, рисуйте картины, открывайте свои творческие способности, потому что творчество – это не только рисовать картины и писать песни. Нет. Это поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. До встречи, друзья!